Я тут прикинул, за время своей карьеры кого только не сыграл. Марк, ты знал, что входной отсек заклинил и все равно вышел в открытый космос. Иначе ты бы не смогла вернуться на Землю. Прощай. Я номер один. Проктолога даже играл. «Черная дыра» называется. Угу. И Харрисон Форд, и Джонни Депп. Кто они такие по сравнению со Славой Агеевым, а? А что происходит? Меня вырезали из фильма полностью. Чтобы никто не хочет работать. Ой, это вы? Да, это я. Я тут китайский YouTube листал. Там одного чувака по всем каналам крутит. Его похоронили. А оказалось, что это какой-то сон глубокий, там, летаргический. Короче, представь, новость. Агеев умер. А на следующий день Агеев жив. Ты как вообще это? Я лежу. Меня все трогают. Лоб там целует. Ты же хотел актерский вызов. Роль. Вот шок. От утраты. Хотим группу вас заказать. Побольше. Это и так самый большой. А вам зачем? У усопшего клаустрофобия. Была. У нас про покойничков либо хорошо, либо ничего. Слава Агеев, это потеря. Все либо вообще в соплях. Я вообще в шоке. Я думал, он меня в игнор поставил. А он умер. Потом я тебя откапываю. И мы врываемся на кинорынок. Ну, это... Так, телефон дай. Ну что, Антоша, давай меня хоронить. Он же был король в кино. Как же так? А, ты все еще не в тренде. Вот такая у нас тяжелая профессия, брат. Это тебе не футбол играть. Я почувствовал что-то. Ты где? Иду уже тебя откапывать. Как же так? Кто меня откопает? Светлая музыка. Кстати, вот еще есть эконом-вариант. Кстати, исключено.